Сегодня программа «Бизнес-план» отправляется в одно очень интересное место – мастерскую деревянного декора в деревне Старая Белица Гомельского района. Мы такие дружелюбные соседи или, может быть, даже домовенки, к которым можно прийти со своей идеей, вдохновением, и мы очень сильно постараемся это воплотить. Очень сложно меня было в это втянуть. Я сопротивлялся как мог, но тем не менее я здесь. Каждый заказ, он вроде бы сложный, но если попробовать, то сложного ничего нет. Главное просто делать. Глаза боятся, руки делают. Очень нравится делать что-то новое, а тем более, когда это хоть как-то окупается, это вдвойне приятно. Без любви вообще ничего не может быть. Все начинается именно с нее. Ты должен быть доволен своим изделием. Если ты сделал то, что тебе не нравится, ну как это может понравиться кому-то другому? Вкладывать туда все свои души, вдохновение, и тогда только получится качественный продукт. Такова формула успеха от Виктора и Кристины Емельяновых.